Нам с северо-запада пришел циклон и принес с собой грозы, ливни и ветры. Однако ненадолго, говорят синоптики, примерно до 9 июля. А все эти дни специалисты обещают кратковременные осадки и среднюю температуру в плюс 15. Абаканские улицы утопают в лужах, а, например, в Черемушках осадков выпало 35 миллиметров. Это треть от месячной нормы. Несмотря на это, специалист гидромета Татьяна Иванова уверена, солнечных деньков в июле будет непременно больше, чем дождливых. Месячные температуры в пределах многолетних значений, это где-то примерно плюс 19 градусов. По температурному режиму, температурный режим прогнозируется более-менее однородным. Ночные температуры будут доминировать в рамках 23-28, ну, местами до 33 повышения. Ночные температуры 10-15, 12-17.